столкнулся со следующей проблемой. Игровой клиент Origin при попытке обновиться выдает такую ошибку. Ошибка мастера установки, код ошибок 9.0. Значит, существует несколько вариантов решения этой проблемы. Один из них — запустить установщик от имени администратора, что мы попробуем сразу же сделать, чтобы не тянуть резину. Закрываем Origin. Отмена установки. Находим, где у вас находится Origin. У меня он находится в меню пуск. У вас может быть на рабочем столе. Не до конца закрыли. Закрываем до конца. Смотрим, чтобы его не было в трее. Нет. Правой кнопкой мыши. У меня, если что, Windows 10. 64-битная версия. На восьмерке то же самое. Все проделываем. Запуск от имени администратора. Если не поможет вам этот вариант, если он не поможет мне, то я покажу вам в любом случае второй вариант. Итак, обновление Origin. Ну а теперь ждем. Закончится когда обновление или выскочит ошибка снова, я вам покажу. Ну что ж, запуск от имени администратора Origin нам не помог. Все тот же Origin с проблемой. Попробуем второй вариант. Все так же закрываем. Ну что ж, второй вариант. Перейти к расположению файла. Свойства. Совместимость. Запустить программу в режиме совместимости. И ставим Windows XP. Применить. И пробуем еще раз. Также запускаем от имени администратора. И смотрим, что из этого выйдет. Так, установка продолжается. И снова код ошибки. Ни первый, ни второй случай нам не помог. Будем прибегать к третьему. Запасному, так скажем. Третий вариант предполагает полное удаление Origin и чистка всех временных файлов от этой программы. И затем новая установка. Посмотрим, что из этого получится. Итак, удаляем Origin. После удаления программы необходимо почистить за ней временные файлы. Итак, если здесь у вас не видно папочки апдата, то необходимо сделать следующее. Параметры проводника, бит и показать скрытые файлы папки. И меняем.
Заходим опять в пользователи. Появилась папка AppData. Ищем здесь Origin. Удаляем его. Если вы получили такое сообщение, то, возможно, нужно перезагрузить компьютер после удаления программы. После рестарта компьютера удаляем Origin из временных файлов. Скачиваем новый Origin. Устанавливаем программу заново. Ну и после установки проверяем, как успешно у нас удалось его отремонтировать. Ну вот, настал ответственный момент. Ну что ж, этот способ сработал. Вы можете использовать первые два, может, они вам и помогут. В крайнем случае, используем третий вариант. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.